следователи оформили мероприятие через два месяца. На основании изложенных просьб статьи 107 109 Уголовного кодекса процедура постановления изменить обвиняемого Прокопьева Борисея Львовича, уроженец города Саратов, гражданин России, избранного 8 апреля 2015 года, меру пресечения вид содержания под стражу, на меру пресечения вид домашнего ареста по адресу город Саратов, улица Советская, дом 23, дробь 25, квартира 66, сроком на 2 месяца. Всего с учетом времени содержания под стражу до 4 месяцев, то есть до 15 июля, включительно. Освободить Прокопьева из-под стражи, взять сюда.